Меня зовут Екатерина Борисевич, мне 36 лет, и я работаю журналисткой портала Тутбай. 19 ноября 2020 года меня задержали за якобы раскрытие медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко. В своей статье я лишь привела слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям властей. И теперь меня обвиняют в разглашении врачебной тайны.